Кольной хват России, привет. Ну, значит, сделаем попыточку на удержание пули вот таким эспандером. Силоруков 150. Калиброван этот эспандер на 92 килограмма, но очень маленькое расстояние, 57. Я рядом специально положил четверочку, чтобы показать расстояние, насколько разница по расстоянию. Вот. Практически 19 миллиметров ручка, вот такая разница на 19 миллиметровую ручку, а килограммы примерно одинаковые, то есть у этой четверочки 93, а здесь 92. Удержали 5 секунд, держим. Саша Фаусов сейчас попробует показать, что гораздо больше можно продержать на 57 расстоянии на более жесткой насечке эспандером Силоруков 150. Поехали. Держим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15. Держим 15. 16. 16 секунд. Вот смотрите, ребят, что получается. Показываем. Упал у нас блин 2,5 килограмма. Пуля 19 миллиметров Каптанов Краш. Вот она. То есть родная пулька. Капитан оф Краш. А вот эспандер на килограмм отличается от четверки, но в расстоянии отличается гораздо существенно. Здесь 92 килограмма, у Силорукова 150, но 57 миллиметров. И вы сами посчитаете за 15 секунд. От Саши Фаусова специально для Стального хвата России, для всех подписчиков на моем канале. Все, пока, здоровья.